Ежегодная выставка-демонстрация «День поля-2020» по традиции открылась сегодня на опытных полях Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства в Цивильском районе. На мероприятии съехались лучшие аграрии и сельхозпроизводители республики. На опытных полях Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства наглядно продемонстрировали современные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур, перспективные средства защиты и роста растений. Здесь собрались все, кому интересно развитие сельского хозяйства, кому интересно развитие сел и деревень, кому интересны перспективы развития нашей аграрной отрасли. Кто-то делится опытом, более опытные, более молодые, начинающие приходят сюда за идеями разными. В приоритете вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Минсельхоз Республики и Волжский комбайновый завод заключили соглашение, согласно которому чувашские сельхозтоваропроизводители смогут получать 5% скидку на покупку зерноуборочных комбайнов. А вкупе с государственными субсидиями, кстати, размер республиканской, Олег Николаев увеличил с 15 до 40%, местные аграрии смогут возместить 55% затрат на покупку техники. Очень было приятно удивлен, то, что практически вся представленная техника уже продана. Это говорит о том, что с одной стороны интересно сюда приезжать производителям разной техники, с другой стороны это говорит о том, что наши сельхозтоваропроизводители уже не просто научились работать по новым технологиям, но и понимают, что им нужно, и используют момент для того, чтобы сделать выгодные приобретения. Выставка-демонстрация продолжит свою работу и завтра. Ее участники смогут ознакомиться с опытами по защите яровых зерновых, картофеля и зернобобовых культур. Богдана Дойникова, Андрей Шоклев, Республика.